в России отмечают День учителя. Несмотря на дождливую погоду, в школах Северского района сегодня особенно светло и торжественно. Ученики спешат поздравить своих любимых педагогов с профессиональным праздником. В ранг всемирных он перешел в 1994 году, а дату 5 октября выбрали в 1966. В этот день была принята международная рекомендация о положении учителей, по сути, первый документ, определяющий условия труда педагогов. Однако многие страны решили пойти своим путем и отмечать праздник в разные дни года. Но независимо от выбранной даты, в День учителя отмечают неоценимый вклад работников сферы образования в развитие общества.